Reindeer, yes, you're right. Рейндир по-английски «северный олень». Несмотря на то, что это занятие в начальной школе, программа тут серьезная, со сложными словами и текстами. Рассказ ямайского писателя, краеведа и журналиста Николая Дудникова перевел на английский язык ученик 4 класса Сава Михеев. Лосиха погибла, сынок остался. Кобылица приютила этого лосенка. Пока желанный Гарри Поттер в оригинале не дается, Сава оттачивает язык на писателях Крайнего Севера. Как его одноклассники. 6 переведенных рассказов, включая «Савин», даже разместили на портале ямальской литературы «Хорей». Для школьников это настоящее признание. Не все дошли. Кто-то, когда увидел объем, конечно же, сразу подумал, а можно ли отказаться. Но кто-то, конечно же, приходил на каждую консультацию, дома переводил, приходил уже с текстом своим, который мы немного поправляли. Тексты произведений северных авторов на английский школьники перекладывают под эгидой окружного проекта «Мастерская перевода». Свои имена буквально в историю ямайской литературы уже вписали 49 учеников начальных, средних и старших классов со всего региона. Проект помог мне расширить свои знания о родном крае и расширить свой кругозор. Всем привет, это Харп. Мы очень благодарны, что вы увидели в нас потенциал, и мы смогли участвовать в таком великолепном проекте. Это огромный опыт для нас. Почти 2000 ямайских произведений на английском языке уже доступны на сайте проекта для читателя из любой точки планеты. В планах организаторов перевести рассказы и на китайский язык. Его в качестве второго иностранного, по словам губернатора Дмитрия Артюхова, начнут преподавать в школах уже со следующего учебного года. Дмитрий Цветков, Алена Кушекова, Александр Ёлтышев. Времени мало. Салехард.